палочки никак не получается. 135-300 километров. Дальше я останавливался на ночевку перед поворотом на Якутск. Чернышевск проехал. Семиозерный проехал. Останавливался у Ерофея Павловича. Оттуда стартовал и уже в Якутии. А до Ерофея Павловича вот какой красивый разрез в скалах.
подросла до 3,5 тепла. Это уже хорошо. Горизонт вроде бы осветляется.
эти ямки удивительно одной формы, овальной, круглой, и друг на друга очень похожи. Это я подозреваю, что когда брали на анализ дорожное покрытие, сколько асфальт, сколько основания. Дальше, после изъятия проб, эти следы не заполнялись асфальтом, то есть оставались открытыми для дождя, для снега. В результате эти шурфы, или как их еще назвать, места, где брали пробу, они начинают разрушать дорожное полотно. Дегтя, вот эти вот последствия, они портят бочку меда. Дорога-то хорошая, полотно и так далее, но вот эти вот ямки, они, конечно, здорово портят. Замечательно, молодцы, это необходимо, но за собой очищайте. Едет лаборатория брать анализы, пусть с собой везут и щепенку, и то, что он может заменить этим асфальт.
Да. Сейчас так делаю, что вот остановка или место для привала под названием Ерофей Палыч из гадюшника превратилось в очень хорошее место. Очень хорошее. То, что не взимает плату за пользование стоянкой, это плюс, но это не основное. То есть санузел. Будет чистое синее небо.
старенький. Уровень сигнала.